Так, друзья, всем привет! И сегодня у нас, ну я даже не знаю, это быстрый рецепт или не быстрый рецепт, в общем, пишите в комментариях. Но давно мы обещали и про сковородочку рассказать, про чугунную, и обещали вам сделать творожную запеканку, так что сегодня будет творожная запеканка. Доброе утро, друзья! Я сегодня приготовлю запеканку творожную. Она готовится, в принципе, быстро, только время занимает выпекать ее. Она должна минут 40 выпекаться. А для начала я поставлю плавиться шоколадную глазурь. Вот так вот она выглядит. Сейчас я покажу вам. Вот такими плиточками. Вот я ее поломала. Там у меня уже стоит водяная баня. Сейчас я отнесу, поставлю на водяную баню, пусть она потихоньку плавится, а я буду показывать дальше. Вот у меня кипит вода в кастрюле. Вот. Ставлю сито. Ставлю кастрюльку. И закрываю крышечкой. Вот так. Делаю чуть меньше огонь, чтобы она не так интенсивна. И пусть глазурь шоколадная плавится. У меня две пачки творога. Вернее, как, у меня пачка сырковой массы я беру. Она мягенькая, хорошенькая. Вот так вот. И пачка жирного творога. Если вы берете нежирный творог, то по ходу приготовления можно добавить сливочное масло, размягченное. Но поскольку у меня жирный творожок, поэтому я ничего добавлять не буду. Вот так вот, две пачечки. Немножко присаливаю. И сейчас их, вот, видите, как он хорошо, просто замечательно перемешивается все это дело. Так, сахар добавляете по вкусу. Кто любит сладкое, тот больше добавляет, кто не очень, еще учитывая то, что будет сверху шоколадная глазурь. Ну, я сыплю примерно где-то 3 столовые ложки у меня будет сахара. Смешаем и попробуем это дело. Вот, ванилька тут уже в сырковой массе присутствует. Добавлять не нужно. Да, и в глазури ваниль есть. Так, вот размешали мы это хорошо. Разбиваю 3 яйца. Можно яйца разбить сразу полностью туда. Но мне хотелось бы показать вам, как можно еще сделать. Это если есть время. Отделить белочек. Можно сразу бросать все. Вот я отделила. Значит, здесь у меня 3 желточка, здесь 3 белочка. В принципе, можно делать все сразу. Но я взбиваю белки в пену, в такую в устойчивую. И когда у меня вот эта смесь вся будет готова, я вам потом покажу. Я ввожу белки туда взбитые. Причем я их не вымешиваю до конца. А они мне такими хлопьями. И когда выпекается, получается внутри как безе. Точно так же и в бисквитное тесто я добавляю взбитый белок. И он не перемешивается полностью. Получается очень оригинально и вкусно. Вот теперь я перемешиваю здесь уже у меня 3 яйца, 2 творога, ну, творог и сырковая масса, немножко соли, сахар. Теперь я добавляю сюда же сметаны. Сметана тоже жирная. Добавляю я, вот смотрите, так вот, 3 вот такие вот столовые ложки большие. Вот так. О! Вымешиваем все это дело. Хорошо так тщательно вымешиваем. Сейчас. Это все довольно быстро делается. И если вот не взбивать отдельно белки, на все про все минут 5 уйдет у вас. Минут 5. Вот, в принципе, это у меня масса готова. Сюда же я добавляю манку. Манку сюда полстакана пойдет. Так, полстакана манки. И опять все тщательно-тщательно перемешиваем. Вот так. И сейчас, пока я буду взбивать белки, манка как раз напитается, набухнет хорошо. Вот так. Можно миксером все это делать. Миксер у меня есть, но я что-то руками лучше. Вот так. Это есть. Теперь я беру миксер, белки охлажденные.
смотрите, я взбила, вот проверяю, белочки держатся, не выпадают, значит, все в порядке. Сейчас я их аккуратненько ложечкой. Вот смотрите, вот я выкладываю. Так. Вот. И очень аккуратно, очень-очень аккуратненько перемешиваю. И как я говорила, я не буду их вымешивать прямо вот-вот, чтобы они... Нет. Вот сейчас вот такими вот-вот движениями аккуратно. Вот так. Вмесить. Это, в принципе, уже можно есть. Да. Чуть охладить, и будет такое мороженое получится из этого всего. Вот. Все. Вот это я отставляю в сторону. Дальше. Моя знаменитая сковородка. Этой сковородке лет 60. Но она неутопляемая, непотопляемая. Она чудесная. К ней ничего не прилипает. В ней практически ничего не пригорает. Ну, если, конечно, уж совсем не прозевать. Очень классная штука. Я с ней расстаться никак не могу. Никакие современные вот эти вот силиконовые. Это все туфта тонкая. Вот эта вещь. Значит, что я делаю? Я беру кусок сливочного масла и хорошенько промазываю края. Ну, не края, а все, короче говоря. Вот смотрите. Вот таким вот тут образом я хорошо все это промазываю. Теперь дальше беру опять манку, посыпаю и вот так вот хорошенечко, вот так вот, вот так вот, сидя неудобно это делать, вот, чтобы все края, чтобы все здесь вот было хорошенечко промазано и маночкой просыпано. Вот так. О, эту манку можно оставить на дне. Так, духовка у меня нагревается. Я выкладываю сюда вот эту вот массу всю. Можно изюм добавить в нее, курагу можно добавить, орехи, что угодно. Что хотите, но поскольку у нас изюм Леша не любит, курагу Саша не любит, я делаю ее классическую, без ничего. Классическую? Самая классическая, без ничего. Без ничего. Вот так вот, хорошенечко все расправила. Смотрите, какая она ровненькая, хорошенькая такая. Все. И отправляю ее в духовку. Сначала на большой огонь. Вот подошли мы к плите. Вот, открываю я духовку. Она у меня уже прогрелась. Ставлю на среднюю полку. Все. Пусть она там запекается. Сейчас чуть-чуть на таком огне, на большом. Минут 5. И потом я сделаю маленький огонь. Средний, не совсем маленький, а средний, где-то градусов 180. Тем временем посмотрим, что у нас тут с глазурью. Ну вот она потихонечку плавится. Что-то очень медленно как-то плавится. Ну, время у нас есть. Все, пусть еще стоит. Глазурь у нас уже готова. Ну пусть она попарится еще. Хуже не будет. Ничего страшного, пусть постоит. Так, ребята, прошло 10 минут. Я открываю, смотрю, что тут у нас. Ну вот, по краям уже, видите, как подпекается. Поэтому я отправляю назад это все дело и ставлю огонь вот посерединке. Вот так. Где-то градусов 180 будет. Так, ребята, сейчас мы посмотрим, что там. Вот прошло полчаса. Ну вот. Я считаю, что можно вытаскивать. Вот. Сейчас проверим. Возьмем.
деревянную палочку и проверим. О, абсолютно сухая, все в порядке. Вот, и теперь мы просмазываем все вот глазурью шоколадной. Кто хочет, больше можно глазури приготовить, расплавить. Она очень сладкая. Ну, я так думаю, вообще достаточно. Вот так будет. Вот так. Ну, пробовать у нас будет папа сегодня, пока на работу не ушел. Сейчас мы его быстренько дадим попробовать. Ну вот, ребята, запеканка готова. Вот готовилась она в общей сложности 40 минут. 40 минут. Если кто-то хочет приготовить на завтрак, надо просто раньше немножечко встать. Вот. Ну вот папа наш собирается быстренько на работу уже уходить. И вот пока он не ушел, пусть он сегодня пробует запеканку, снимает пробу первую. Я пожелаю ему приятного аппетита и вам тоже. Доброе утро, друзья! Сегодня мне доверили попробовать запеканочку. Мне некогда, я уже вот-вот-вот на грани, поэтому я сейчас быстренько пробую, говорю свои впечатления, прощаюсь с вами и бегу на работу. Друзья, запеканка, как рыба, плохая не бывает. Очень вкусная, сочная, горяченькая она еще. Ну, запеканочка такая вещь, что она горячая вкусная, что холодная вкусная. Вот так она выглядит. Да, к сожалению, не передается ни вкус, ни запах. Ну что, друзья, приятного всем аппетита, удачного дня и удачной рабочей недели. До свидания. Так, ну что, ребятки, я на самом деле тоже очень люблю запеканочку, вот у меня тоже кусочек, я сейчас попробую и скажу, что я об этом думаю. Такой горячевато чуть-чуть, но она идеальная. Ребят, вот я много разных запеканок где пробовал, но вот такую, вот она там с маночкой, получается такая прям... Прям вообще вот аж слюни текут. Ем вроде и все равно слюни текут. Так что, ребятки, готовьте такую запеканочку. Ну да, может быть, это не совсем такой быстрый рецепт, но он очень вкусный. С утра пару вот таких кусочков небольших с чайком или с молочком. И вам на целый день хватит. Ну до обеда точно. Так что все как всегда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в новых рецептах. Пока-пока.